Поехали. Едем. Друзья, всем привет. Короче, сейчас едем на объект к Диме. Все вы помните, и мы помним. В прошлом году Диме мы делали забор. Поехали, як там? Поехали! Не, не поехали. Шмалим! Шмалим! Камень, колонны, керамика, клинкерный кирпич. Вот сейчас Дима опять позвонил, Вовчик говорит, подъезжай. Ну, мы уже договаривались ориентировочно, предварительно с ним. Сзади тоже надо сделать ему там парапет, короче. У него там опорная стена с ФБС-ах смонтирована. Вот, и на эти ФБС-ки надо еще поставить каменный парапет. Ну что, сейчас едем, сейчас посмотрим, что к чему, сколько там чего надо. Камень есть, остался, может докупить что-то надо будет, может хватит его там с головой. Вот, в зависимости от того, какая там высота будет, ширина и так дальше. Что там по цементу надо, в общем, по материалу. Посмотрим, пообщаемся сейчас в таком в лайфовом режиме. Поснимаю вам, покажу. Потом нам надо будет еще завести кирпичик. Тоже это товарищ попросил, можно сказать, сосед по улице, сделать пристроечку. Ну, сделаем, а что не. Вот, поедем тоже, надо будет закупиться материалом, кирпичом, сеткой, уголками и так далее. Всеми сопутствующими стройматериалами. Короче, что, едем к Диме, сейчас будем там общаться, трещать, что да как. Немножечко как бы ввожу вам такой лайфовый формат. То есть, наверное, где-то будут какие-то моменты общения с заказчиками. Вот. Но я думаю, это будет интересно, потому что технические моменты постоянно, из ролика в ролик, одни технические моменты, ну, немножечко приедаются, да. Хочется какого-то разностороннего контента, то есть лайфовый режим, режимы лайф. Кстати, вы всегда жалуете, что я не пристегиваюсь. Смотрите, опа, сразу двумя пристегнутый. Вот. Так, едем. Лайфовый, в общем, такой форматик будет. Если вам зайдет этот видосик, как бы, ставьте лайкосик. Дальше что-то будем думать. Будем общаться с заказчиками. Буду вам как-то это дело снимать, если, конечно, они будут не против. Я думаю, будет интересно. Такой, скажем так, своеобразный сериальчик, да, будет. Ну, естественно, все это дело будет в перемешку с техническими роликами. Все, ладно, поехали, друзья. Умащивайтесь поудобнее. Кофеек, чаек, сладенькое что-то. И погнали вместе с нами. Я на самом деле сейчас оденусь. Привет! Вы же снимаете? Не, просто. Случайно вышел. Ага. Я не знал, что ты... Случайно ты в трусах вышел, да, Дим? Я звонил, да, в домофон. А там идет вызов, когда домофон отключили? Только что, по-моему, не, по-моему, без звука. Привет. Да, здорово. Что, пошли? Да. Я случайно вышел, прикинь. Блин, ты теперь пособирай вот этот ландшафтный дизайн отсюда. Вот. Да. Сержик завтра будет возить. У Пати еще лица есть, 2 куба 2. Ну да, да. Там я еще... только тебе хотел сказать, что да. Это, что у него же этот, если что, есть. Да. Зачем же тебе надо, да? Да. Ты куда смотришь? Ты во время любви хоть в них снимаешь? Ты что? А кто ж тебе признается? Не, ну не, момент... А ты что, не снимаешь? Надо моменты запечатлять. А ты что, не снимаешь такие фильмы? Нет. А мы любим. Да, однозначно. Мастер подписчиков сказать. Что делаем? Что делаем? Так. А что у нас высота будет? Что ты с высотой? Да, колхозить будет. Приблизительно планируешь? Не знаю. Колхозить? Сантиметров сколько ты хочешь? Да, поребрик, блядь. Поребрик? Просто? Вот такой? Да, ну, я не знаю. Ну, где-то... Ну, вот это, смотри, я же тоже... Ты, вот это же отмосточка, которая идет вокруг всего дома. Да. На нее еще будет класться плиточка. Угу. То есть это ниже уровня земли на 5 сантиметров, на плиточку.
Я просто отводочку всего дверей хотел запрятать под плиточку внизу. Плиточка начинается сверху от цоколя и пошла во двор. Понял? Нет? Отмосточку спрятать под плиточку. Короче, я тебя понял, что сверху будет. Сверху еще будет условно плиточка там. Да, да, 5 сантиметров. Да. Да. И вот тогда, значит, здесь получается еще вот так у нас земелька фактически. Да, да. Будет еще плиточка 5 да, сантиметров. Да. А вот а теперь дальше хер его знает. Женская интуиция что подсказывает. А теперь дальше думаешь высоту какую, да? Да. Да ну мы у Миши. Ты у Миши не смотрел, не? Не. Но там у него же просто дело в том, что чуть-чуть круги по-другому. Чуть-чуть по-другому. У него уже получилось вот этот камень. Вот это у него уже камень, понял? Понял. Там круги, то да, там эти корабли, на колхозе ли там страшное дело. Но у него уже вот это камень был. И за подлицо засыпано чисто землей. Чисто хочу, просто, знаешь, земля насыпалась и было что-то условно ограничитель какой-то. Тут же с ней краевидом любоваться, опираться. Не, ну конечно. Просто как-то камни будут тоже некрасиво, понимаешь? Зашить плиткой обрыв какой-то непонятный. Угу. Не, так а что, поднимать тебе тогда делать парапетик. И будет у тебя шо? Парапетик красивый. А нахер он такой высокий? Цель. А если ты представляешь, что тут будет у тебя 60 сантиметров? Да нет, 60 тут? Нахера. Не, я не 60. Полметра. Я имею в виду, вот, тут даже не 60. Вот 60 каблок и там с блоков, а потом будет вот такой худший парапетик у тебя. Не, не. Не? Ну, 50, да? Вот это ты 50 держишь. Я знаю, что есть телефон моей жинки, не? Не масло, слава я богу, вообще пока. Удалил, когда домой ехал. Да. А тут его, блин, если собрать, пару кубов будет. Смотри, как ландшафтный дизайн, типа, вроде так и надо. Что хорошо выбирать камень. Да. Да вообще, да. Да ты что, класс. Пройдут каменщики, мы или другие, и сразу раз-раз, и не надо и все видно, да? Да. Мы забираем тут всех дизайнеров. Всех дизайнеров? Ждем самого основного. Дизайн. Принимайте решение. Что? Сколько высоту будем? Вроде. Высоту сколько будем делать? Немного. Немного? Вот. А почему? Давай, а почему? Нам надо этот, объяснить надо. Солнце. Что-что? Чтоб красиво было? Да, ну да, вот так, рулетку. Он есть длинный, если что, можем сейчас и длинный. Тебе не хватит, да? Сколько? 50. Вот так, фиксируй. 50, да. Просто если куцый сильно будет, ну оно такое будет. Мы его в один камень прогоним. В один... Ты же понимаешь. Вита в камня говорила. Говорит, надо на два камня. О, нет, высоты на два камня. Видишь, Вита уже а этот, тут, понимает а в этом деле. А конечно. Два камня. Вон, пожалуйста. Ну, ты прикинула приблизительно, да, по высоте? Ну. На два камня. Ну, камня, ну, там у нас на три, там у нас 3-4 камня. Там у нас три... Да, 3-4. Ну, примерно, да. 3-4. Ну, сколько там? Все, что ты говоришь, записывается. 3-4. Да? Да ничего, кушай, кушай на здоровье, конечно. Нормально, нормально да. Что, полтинник нормально будет? Полтинник нормально будет, конечно. Потому что меньше 40, это уже будет два камня, и там уже перевязки такой не будет. А так здесь мелкий вставится, здесь этот. Ну, 2-3 камня, да. Годится? Годится. Годится, 50. Значит, мы так и... По 50. По 50. Ему вот камень не положить под углом. Вот там, где молоток, да? Там мы можем и под углом, Дима, положить. Ты меня так на понт взял, слышишь? А парапет, не, это, а парапет это знаешь, это ж... Сделал. Это наш конек. Смотри, мы кроме парапетов ничего не умеем делать. Смотри. Хорошо, да, что мангал да, рядом да, уже да, стоит, да? Завтра просто вот брать уже сразу килограмм мяса на обед. Да? И крутить, да? Да, да, да. Смотрите, ребята, вот он слабенький. Вот так мешалку ухекать. Вы видите? Нифига себе слабенький, слышь, а тут бит... Кажи, я забыл. Фух. Скажи, я забыл, слышь, да тут этот, бетоняка, блин, уже не раствор. Смотри, он не ломается, Дима. 1 к 5. 1 к 5? Ну, значит, хороший этот. 1 к 4. Граноцев, кстати. Граноцев с цементом тупо.
Гранцев с цементом. Это я подливал столбы. Да я понял, что ты, столбы, ты вот этот забор такой красивый ты уже сделал, да? Ну, точнее, забетонировал. Молодец ты, смотри. Сварку купил, варить научился. И все. И мастер. Фу, вот это ты, конечно, ты специально для контента. Ты думал, что я приеду, да? Забыл. И вот это наработать забыл. Вот такое. Забыл. Забыл. Ну, молодец, что забыл. Ничего, хоть что, хоть будешь у людям посмотреть. Короче, все, мы тогда определились. Так что, мы будем это тебя пиарить? Твои эти рукодельные эти вещи? Да. Давай. Да? Ну, подкрепим, короче, там ссылки. Сейчас тут покажем, чем ты занимаешься. Я потом покажу. Да, покажешь, хорошо. Главное не замуровать. Столбы ты положи. Красивые столбы? И ровно, ты знаешь, ну, я заказал уже 2,24 ровно. А эти отливы. Ага. Восхищались забором. Залазит и везде ровно. Это вы на камеру сейчас? Чи так просто? Просто. А просто, что, да? Снимаем? Уже да. Значит... Плохие столбы уже. Ты долбал своей камеры. Ровненько, да? Неплохо, металл, я смотрю, что этот. А муж молодец, я тоже помогала. Неплохо, этот. И металл примыкается, и все четко, да? Пешечки какие, да? Широкие пешечки. Я пошутила, ты раздал меня вот это. Что, какие пешечки? Вот это накрытие. А, накрытие, да, да, прикольные. Прикольно, да, все. Да не, ну, хорошо все этот. Хорошо этот. Ворота такие, как ты хотел же, да? Знаешь, там, да, там зазор. И без никаких шоколадок. А там зазор, да, вот то? А что так получилось? Неровно. Неровно? Походу, да. То ты шо? Да можно еще поправить надо. Может, поправить металл надо? Ты не думал? Треугольники вареные. Да? Я же поварил. А может, нет. Все, пока. Все хорошо, что я... Трусах. Да, 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 да. Ну все, давай. Отмываем черную пантеру и топим дальше по делам. Едем сейчас за кирпичиком, сеткой, уголками и другим стройматериалом. Сейчас подбираю горечко. Это представитель заказчика будет. И поедем тариться. Привет. Друзья, что нам надо сейчас сделать? Так, сейчас пропустим. Нам надо сейчас забирать первым делом кирпич. Кирпич, в общем, сетку, цемент. Но выгружать нам тоже его чем-то надо будет. Поэтому в любом случае нам нужен манипулятор. Если на эпицентре вкинут карой, вот, то здесь, конечно, нам нужен манипулятор. Разгрузить его уже на объекте. Будем сейчас кому-то звонить. А что звонить? Давайте сейчас через сайт перевозка24.ру. И, кстати, кто не знает, что за сайт, смотрите внимательно. Допустим, вам нужен манипулятор. Поиск техники. Выбираем аренда спецтехники. Так, дальше ищем манипуляторы. Страна, Украина, регион, Полтавская область, город Полтава. Можно по местоположению, по дате объявления выбрать. Показать объявление. Услуги манипуляторов. И здесь уже смотрите манипуляторы. Выбираете, какой вам нужен. Также можно оставить заявочку. То есть здесь так же само. Выбираете манипуляторы. Здесь оформляете заявочку. Отправляете. И все, ждете предложения. Ну и для тех, у кого есть своя техника, также можно оставить заявочку. Здесь проходите легкую регистрацию. Все. Техника ваша выгружена на сайте, ждете предложений. Ссылочку на сайт перевозка24.ру, естественно, я оставлю в описании под этим видео. По ходу дела покажу вам дороги наши. 2 года уже мусолят участок трассы Харьков-Киев. 2 года мусолят, ну хорошо, хоть уже срезали. Чуть-чуть. И все. И вот тут пробка, потому что он что там делается встречка. И тут постоянно теперь такая пробочка легкая, потому что перенесли все на одну сторону. И встречку, и попутку. Вот так вот. Короче, ладно. Вот Шанхай наш тут местный, короче. Вот, пожалуйста. Тот погнал туда, кому куда хочется назвать. Ё-моё. Вот, ребята, вот вы спрашивали, показывай Полтаву, пожалуйста.
Да что, сейчас придавим, да, крепко. Короче, это... И будем там, где надо. И будем там, где надо, да. Фух. Хоть бы в списке, там действительно ничего не это. Так что, завтыкал дома список. Вчера, блин, вечером писал, а сегодня этот. По памяти грузимся. Так, ну, все остальное, если что, буду ланосом. Поехали. Так. Опа. Приехали. Так, приехали, ребята. Сейчас будем разгружаться. Так, ну что, кратенько покажу вам, что нам сейчас предстоит делать. Потом уже дальше уже покажу вам обзор поплотнее. Нам предстоит, короче, сделать тут пристроечку, можно так сказать. Сейчас вот просто тут накрытие такое, колонна стоит. Короче, надо тут стену улупить, ну и, соответственно, туда. Окно вот то будет переноситься сюда, тут будут двери, эти двери будут закладываться, туда будут вырезаться двери. Ну, как-то вот такая вот концепция будет. Короче говоря, все, денечек работы, я думаю, что все будет нормально. Тут обычная расшивка, вот вы видите. Будем подходить в порядовку. Швы, конечно, толстоватые тут. Сантиметры, я даже не знаю, чуть ли не в два пальца. Ну, вот смотри, вот в два пальца швы. Ну, такие швы, конечно, толстоватые. Ну, а что делать? Будем подходить в порядовку. Вот, смотрите, вот, тут четко в два пальца швы. Вот вам. Ну, вот такие швы тут. Ну, а так кладка, ничего, сделана аккуратно, красиво. Более-менее расшито. Колонна, конечно, у нас смещенная, чуть-чуть вовнутрь получается. Тут сантиметров, наверное, ну, несколько сантиметров получается. Она смещенная, чуть-чуть. Будем по колонне стеночку выравнивать. Открываем ворота и заезжаем. Короче, ребята, Игорек позвонил сделать вот такую пристроечку. Буквально один день попросил. Ну, я никогда не отказываю. То есть, если там знакомые звонят, то без проблем, в принципе. Сейчас один денек вот выделили, сделаем пристройку человеку. Ну, а чё не? Сейчас Игорёк будет там на манипуляторе грузить, вот. А я буду уже тут как бы расставлять. А что тут расставлять? Три пачки поставить. Все, справились мы на сегодня. Кирпичик у нас на месте, цемент на месте, сетка на месте, уголки взяли. Вот. Так что все нормально. Завтра работа пойдет. Тут пару кусков рубероида надо пробить. Но это уже Игореха посмотрит у себя дома. У него там после стройки должно оставаться, привезет.